Сегодня загляну я в отель, Лотте Сити Хотель Ташкент Палас. Такой у нас отельчик он. Бывшая гостиница Ташкент, построенная еще в Советском Союзе. После реновации. Посмотрим, что здесь нового, что изменилось. Такая вот территория здесь. Там он, театр Алишера Наваи, тоже в центре города находится, это гостиница. Ну, пойдем внутрь, посмотрим, что там есть хорошего. Я в гостинице уже внутри, очень здесь достаточно мило и прохладно, на улице 42 градуса жары. Такая обстановка достаточно уютная. Здесь, вероятно, люди принимают пищу. Посмотрим, что внутри еще в самой гостинице, какие номера. То есть это корейская, а в Узбекистане еще есть какая-нибудь? А, нет, лота пока только одна, да? Да? А когда они переименовали? В 2013 году. То есть 10 лет уже. Так, здесь у нас находится ресторан. Угу. Довольно-таки уютно здесь соревноваться. А когда был ремонт здесь? В 2013. Тоже в 2013. Да, планируется скоро. Да, ресторанчик. У нас завтраки, обед и ужин, и скоро мы собираемся делать ремонт. Угу. Ну так здесь достаточно. Выходите из этого такого. Да. То есть кухня у нас есть национальная, европейская, азиатская. Когда она была построена? В 1958 году. Угу. В 58 году, это уже почти больше полвека. Да. 60 лет. Поэтому они стараются как-то вот законсервировать вот этот уголок. Да, да, то, что ну, было изначально. Стараются просто по минимуму что-то менять. В интерьере, в экстерьере. Здесь у нас бассейн. Это получается у вас бассейн на улице, да? Да, да, внутреннего бассейна у нас пока нет. А планируется? Если позволит инфраструктура. Так, а вот это летняя беседочка у нас? Да, летняя беседочка. Отлично. Здесь вечером, конечно, классно, наверное. Да, вечером тут очень красиво. Приходите вечером. Спасибо. Придем вечером обязательно. Так, вот такой вот дворик здесь шикарный. Да, тут мы можем организовать также подиумы. Угу. Очень часто у нас. Да, здесь проводятся мероприятия. Угу. Кто-то проводит даже конференции. Угу. Сейчас, секунду. Фитнес-зал. Да, внутри тоже есть. Отлично, большой. Даже больше, чем в Рэдиссоне. Это в стоимость включено, да, получается? Да, включено. Вот такой вот фитнес-зал. Приходите, занимайтесь. Зеркало визуально удваивает территорию. Вон такие большие шарики. Так, это у нас конференц-зал, как он называется? Конференц-зал первый. Первый. Сколько человек здесь вместимости? 50. 50. Это полная загрузка, да? Да. Так, все есть, видеопроектор. Все внутри, конечно. А кто здесь конференции вас проводит в основном? Футболисты? Да. Недавно были футболисты. Футболисты везде они, во всех отелях. Да. Самые популярные жители гостиницы. Так. Вот, дорогие друзья, у нас на сегодняшний, на 7 июля, цены на US доллар и евро. Вот такие вот хорошие цены, приемлемые. Так, мы сейчас куда выходим? Наверх. Так, сейчас мы будем смотреть номера. Угу. Так, а номера какие у вас представлены? Стандарт? Так,
Так, да, мы можем посмотреть стандартные номера, дальше Junior, Superior. Кстати, здесь, да. Президентский есть у вас? Президентский сейчас пока не в работает. Процессе, да. Ремонт. Хорошо. Да. Надо использовать с каждой минутой, потому что не протолкнешься потом. Да, верно. Большой удар был. Большой удар, да, здесь у вас тоже, видите. Вот как красиво, видите, здесь. Вот, да, поехали. У нас премьер. Да. 80 квадратов. Да, 81. 81. Да, спальня нет. Сколько? А, спальня... 20... Общая получается 81. Ну, общая площадь, да. Примерно 27, да? Примерно, 27. Да. 27, ну, это плюс-минус, да? Не... Да. Довольно-таки мило. У нас в гостинице два люкса. Это один из них, получается... На четвертом этаже и на пятом тоже есть у нас. Отлично. Это у нас какой этаж? Это четвертый. Четвертый этаж. Так, Superior Lux. Да. Полулюкс. Ой. Ой, извините. А ничего страшного, здесь уже была борьба. Так, это у нас специи сюда включены, да? Это не специи, это орешки. Вкусняшки такие. Так скажем, ништяки для туристов. О, деньги лежат? Да, мы слушайте, все, в любом номере можно приходить и лежат деньги. Нет, просто это не снимать, пожалуйста. Дабл. Дабл, стандарт. Ну, в принципе, да сколько он квадратов получается? 27 квадратных метров. Да, скромненько, но хорошо. Стандарт вид точно такой же, просто с растительными кроватью. Да, это у нас получается шестой этаж и... Sixth floor, grill and bar. И здесь можно смотреть футбольные матчи. И сейчас как раз идет чемпионат Европы. Кто там играет? Вы смотрите, интересуетесь? Нет? А, к сожалению, Италия, Испания вчера не доиграла. Лавана знает. Так, и кто, так, кто победил? Испания. Испания победила? Не знаю. Так, хорошо. Главное, что Россия проиграла. Плохо. Но с такой игрой. Жалко, да. Вот такой вот вид здесь красивый. Вот это вот здесь ставится монитор. Да, здесь. Вид на Алишер Новый. Ну вот, приходите в отель, приезжайте, дорогие друзья, иначе никак. Так, ну все, большое спасибо за отель, очень мило, приятный персонал, мне понравилось. Да. Так что будем привлекать гостей сюда, затаскивать силой, кто не захочет, заплатит штраф или газ отключим. Ну ладно, на самом деле очень было мило, спасибо большое. Всего доброго. Ну вот, посмотрел я отельчик, очень понравился мне. Все круто, идеально. Ну, идеальности, конечно, не бывает. Но, в принципе, все прекрасно.